Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 9 апреля. В этот день, в 1845 году, в свет вышла первая часть альманаха «Физиология Петербурга». Издал ее книгопродавец Иванов под редакцией Николая Некрасова. Участниками ее были Виссарион Белинский, Владимир Даль, Дмитрий Григорович, Евгений Гребенко. Вторая часть альманаха, имевшего огромный успех, была издана в июле того же года. Задача альманаха, как писал Некрасов, была раскрыть все тайны нашей общественной жизни, все пружины радостных и печальных сцен нашего домашнего быта, ход и направление нашего гражданского и нравственного образования. В очерках, составивших альманах, были подробно описаны петербургские типы, бытовые сценки, забавные происшествия и так далее.